Ну вот я наконец в Нью-Йорке. А сейчас почти, я не знаю сколько, по-моему, около 9 часов вечера. И обалденное ощущение. Я счастлив. Это такой красивый финал моего отдыха, моей поездки в Америку. Я не знаю, я обожаю этот город. Я не знаю почему, может я какой-то ненормальный, но Нью-Йорк для меня это как очень сладкий торт, который каждый день есть вредно, то есть, а вот маленький кусочек иногда можно съесть. Или как хорошее вино, которое с хорошей выдержкой. Макдоналдс. А, окей, сейчас я зайду сюда. Буду выбирать себе шапку.